Образование получают для того, чтобы найти хорошую работу, а она нужна для того, чтобы зарабатывать деньги. Но есть в жизни и моменты, которые сложно оценить в материальном эквиваленте. Региональная Минприроды ищет добровольцев, готовых стать общественными инспекторами по охране окружающей среды. За первое полугодие 2022 года государственные лесные инспекторы Мурманской области выявили 165 нарушений лесного законодательства, среди которых несоблюдение правил пожарной безопасности, нарушение санитарной безопасности, случаи самовольного занятия лесных участков, также факты незаконной рубки лесных насаждений. Более подробную информацию об общественных инспекторах можно найти на сайте Министерства.